Всем добрый денечек. Выехала на своей машине в Туапсе. Решила все-таки оставить ее на стоянке, чтобы потом утром приехать. И, ну, вышла, села и поехала. Не бегать по Туапсе в поисках автобуса. Ну и поняла, что выехала я в 3 часа. Поезд у нас в 7. И поняла, что сделала правильно. Подъехав к Туапсе, вот стоим уже сколько? В пробке? Минут 20. Время уже 5:15. Я думала, сейчас оставлю машину. Мы с вами сходим на центральную площадь. Посмотрим, какие там у них стоят еще или нет, конечно, я не знаю. Но горок у нас, естественно, нет ледяных. У нас на улице сегодня где-то плюс 13, плюс уже 14, потеплело. Вот с югом, да, кому как повезет. Кто-то может приехать, попасть в такую погоду. Непредсказуемая погода. Вот Наташке в начале января повезло, она приехала, тут было плюс 15-16. А вот другим моим гостям не повезло, до минус 6. Вот. Ну и вот стою в пробке и уже думаю, скорее всего, сходить на центральную площадь, если, в общем, все красным красно, пробка практически не двигается. Вот желтая, и дальше пошло красное. В общем, красное неизвестно. В общем, не знаю докуда. И, скорее всего, не знаю, успеем мы с вами сходить на центральную площадь. Хотела по Туапсе погулять. Думаю, сейчас приеду часа в 4. А вот время уже, говорю, 15:05. И я уже стою минут 20. И показывает пробка 1,5 километра. И все, вон, все машины стоят. Стоим, ждем. У моря погоды стоим, ждем разрешения пробки. Погода, конечно, чудесная. Но на всякий случай я все-таки одела туда, в Осетию, вот пуховик. Потому что посмотрела сегодня ночью, пока я буду ехать, у них сегодня минус 12. Потом вроде тоже там 0, плюс 1. Но лучше перебдеть, чем не добдеть. Лучше жарко стены не ломит, да? И поэтому я поехала в теплой курточке. Собирала сумку вчера, не знаю, что брать. Еду, как будто переезжать собралась. Еду всего на 3 дня. Вот это взять, а вот это не взять. А вот а, там, кого я там поражать собралась, не знаю. Ну, в общем, взяла, все откинула, самое необходимое. Все-таки завтра старый Новый год. Мы соберемся такой семьей. Дочь будет. Она вроде как сказала, что даже где-то заказала столик с какой-то джазовой музыкой. В общем, не знаю, как все это будет. Ну, такое волнение в душе, как будто я еду, не знаю. Вот редко куда-то выезжаешь далеко. И какое-то волнение. Сейчас переживаю успеть на поезд. Билеты у меня в телефоне. А как их можно было распечатывать? В общем, у меня в голове роится, как в улье, там куча мыслей. Куда еду, что еду. Во Владикавказе я была последний раз, когда Аринке буквально там проездами я ее забирала. Было сейчас ей 26, а было 7-8. Это, грубо говоря, 20 лет назад я там была последний раз. И город, а первый раз я долго, я там жила месяца полтора-два, это когда Арина родилась, и я поехала туда к свекрови. И я, она мне помогала, я там у нее жила почти все лето. Вот. И то уже стерлось настолько, 26 лет назад, четверть века, мне кажется, я ее родила буквально несколько лет назад, а уже четверть века пролетела, ребята. Вообще надо... Я вот сейчас понимаю, знаете, как вот упущенные какие-то возможности. Вот подворачивается какой-то случай куда-то съездить, куда-то сходить, что-то посмотреть. Надо идти, смотреть,
в общем, ехать, пока зовут, пока ноги ходят, пока есть здоровье еще хотя бы там сколько-то, есть возможность, пусть минимальная, но есть. Пусть мы не в супер дорогих отелях, конечно, там как, но пока есть возможность, и нас с вами куда-то зовут, надо ехать, где нас ждут. А потом, когда уже, вот мама даже, я предлагала ей, я говорю, переезжайте ко мне на эти 3 дня, поживите у меня. Она говорит, нет, я уже здесь как бы дома, все под рукой, все, ну. И она бы и рада бы поехать, понимаете, она у меня такая была деятельная, такая вот, и вот как болезни подступили, вот еще буквально год назад делали ремонт, она еще как-то у меня шевелилась, болела, но, а вот за этот год прямо сдала, сразу столько навалилось, и инфаркт, и обширный, и поджелудочная, до этого желчный вырезали, вот как-то одно все за одним. И астма вернулась, у нее диагноз неконтролируемая астма, то есть на какой-то период ее не было, сейчас она опять после этих всех событий вернулась. Вот посмотрите, что стоим, вообще не двигаемся. И вот еще раз повторюсь, она бы и рада у меня поехать и пойти, а когда нет силы и здоровья, то, мне кажется, ничему не радуешься. И, в общем, пока есть силы двигаться, надо жить. Как говорят потом, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Ну, в общем, жду от этого небольшого 3-дневного путешествия много положительных эмоций. Ну все, давайте, вот, не буду вас утомлять. Пробка вообще не двигается, вообще мертва. Мы стоим, у меня уже нога устала жать на тормоз. Вот. Если удастся, погуляем по Туапсе. Ну нет, сразу на стоянку и в поезд. Все, добралась с грехом пополам. Вот на такой, на 3-м этаже оставляю машину. Слушай, я сумку не знаю, брать сразу или не брать. Нет, наверное, не буду пока брать. Еще 2 часа до поезда. Успею. 7:30 приду, возьму. Вот тут такой специальный проход, я иду по тротуару. Вот такая, даже не знаю, сколько сутки поставила такая звезда. Сейчас прочитаем. Ну, огроменно, мне пришлось, я все занято, ребята. Мне пришлось на 3-й этаж подниматься на машине. Она вот такая высоченная, высоченная. Вон докуда, докуда? 4 даже этажа. Это прямо рядом с автовокзалом. Такая надпись, автостоянка 24. В общем, осталось плюс-минус время 5:30. 6:30 надо обратно за сумкой и на поезд. О, как тут все красиво и нарядно. И я ела 3 часа, наверное. А в поезде кормить им будут, никто не обещал. В общем, сейчас пойду. Что-нибудь мы с вами надо перекусить. Ехать 12 часов. Вот это вокзал ЖД города Туапсе. Этой пиццерии дороговато. Так, тут какое-то кафе есть, но оно на улице. Я не хочу сидеть, уже прохладно. Ну что, съедим? Съедим повреднятинки. Шаурма, шашлык. Вот такая башечка тут есть. А шаурма почем? 230. Хорошо. Все принесли. Чай горячий. Вот такая шаурма. Не знаю еще, что из себя представляет. 200 рублей.
Опа. Прямо ну, тут же ее делаю. Курица. В общем, надо наесться. Сесть в поезд. И сесть спать. Сейчас звонила Арина. Она уже там. Сегодня прилетела. Они уже едят хинкали, осетинские пироги. Я говорю, оставьте мне хоть на завтра. Так что везде надо выезжать заранее. А если бы я выехала в 5, я простояла почти час в пробке. Так что очень даже отлично, что я поехала в 3, минут 15-4. Можно было с утра выезжать, да? Ну и что я вам хочу сказать? Путешествовать, конечно, вдвоем веселее. Я вообще не понимаю, как люди. Ну, я-то приеду, ну там хотя бы уже, да? Меня ждут. А когда идут вообще в одну. Ну, опять есть люди, которые любят знакомства. Не знаю, слышно там или нет. В общем, ладно, поем, не буду вас. Ну что, перекусили. Надеюсь, я в поезде. Зашла еще в красно-белое, купила шоколадку. Купила 2 кофе, 3 в 1. Потому что Арина мне говорит, там у меня вот единственное стаканчика никакого нет. И машина у меня, по-моему, тоже не оборудована. Ну все, надо где-то купить стаканчик. Там продукты, сейчас пойду спрошу. Что там можно налить, вода будет там, что-то там. Потому что я постарела ехать 15 часов. Приедем мы только в 11 утра, сейчас я билет зашла. Вот так вот в Туапсе красипло. Личный вокзал. И, конечно, чувствуется, что это все-таки пусть небольшой, пусть провинциальный, пусть южный. Но город. Но, ребята, вот такие пробки меня вообще не устраивают. Так что я буду прелестно жить в своем любимом Новомихайловском. Ну все, пока прощаюсь с вами. Потом, если что-то будет интересное, как там выглядит поезд, вообще понятия не имею, сидячий вагон. Все потом покажу. Ну а пока-пока-пока, пойду искать стаканчики. И надо уже идти за сумкой и выдвигаться на ЖД вокзал. Всех вас очень люблю. Пока-пока.